Всем привет! С вами я, Владимир Белов. Сегодня у нас 8 мая 2018 года. Сегодня я снова буду раздавать вот такие газетки. Газетка называется «Ветеран» Омского областного Приртышья. Областная газета для ветеранов и пенсионеров. Распространяется она бесплатно, потому что... Так, с наступающим Днем Победы, мечи. Распространяется она бесплатно для ветеранов и пенсионеров. Председатель Мурманского общества ветеранов передает нашу деревню несколько номеров, экземпляров, и я разношу по своим соседям, ветеранам, пенсионерам, пожилым людям. Газетка посвящена Дню Победы. Восемь страниц, цветная газетка, цветная печать такая, фотографии. Так что всем, друзья, рекомендую данную газету. Читайте. Да, и хочется также поздравить всех с праздником, с наступающим праздником Днем Победы. Пожелать всем здоровья, мирного неба над головой, удачи, благополучия. А сейчас у нас время обед. Сейчас вот осталось два номера. Я уже часть раздал, правда, номеров. Сейчас пойду в клуб, будем украшать здание, повесим флаги, флажки маленькие еще по периметру, и будем внутри украшать здание для завтрашней премьеры, так сказать, праздника завтрашнего. Так, ну все, с вами был я, Владимир Белов. Читайте газету «Ветеран» Омского Приртышья. И всем удачи и пока-пока.